хочет признать виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 30, 30, частью 30, 159 УК РФ, и назначить ему наказание штраф в размере 400 тысяч рублей. На основании части 5, статьи 72 УК РФ, учитывая срок содержания длины, ей под стражей, период 16, 18, 21 года, а также сроком нахождения в домашнем аресте периода с 18, 21 года, 2 июня 22 года, именно день Яковлевича Смирчик назначил наказание, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Категория преступления предусмотрена частью 30, 30, частью 30, 159, на основании части 6, статьи 15, указывает Дынина Евгения Яковлевича изменить стяжку поступления преступления средней тяжести. Меру пресечения Дынина Евгения Яковлевича из-за запрета оперативного действия оставить без изменений до вступления приговора законности. Дынина Дмитрия Яковлевича признать виновным в совершении преступления предусмотрено частью 30 статьи 30 и частью 30 статьи 159 указывает и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. На основании части 5 статьи 72 указывает, учитывая срок содержания Дынина Дмитрия по страже период 16-18-21 года, а также срокового нахождения на домашнем аресте период 18-21 года, 2 июня 22 года, Дынину Дмитрию Яковлевичу смягчить назначенное наказание, назначить наказание за штраф в размере 200 тысяч рублей. Категория преступления внесла частью 30, 30, частью 30, частью 159 УК РФ, на основе части 5, части 6 статьи 15 УК РФ, Дынину Дмитрию Яковлевичу изменить старшего преступления преступления средней тяжести. Меру пресечения Дынина Дмитрия Яковлевича из-за действия оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.